Хейо, гайз, с вами Шимики, мы продолжаем проводить игру на Ascent Dark Souls 2. Короче, я использовал одну душу, которую вы помните, мы находили две большие. Я одну использовал, поэтому мне до хера душ. Мне просто стрелы надо было закупить. Да. Поэтому сейчас бы желательно их не потерять. Сейчас я пойду дальше исследовать область, а именно мост, там где были невидимые духи. Вот эти сраные рыцари, которые стоят здесь. И все в таком плане, поэтому побежали искать сундуки. И идти дальше, куда мы еще не ходили. Так, и короче, как раз я дошел до того места, где мы спрыгнули к костру. А здесь был как раз другой еще проход, но сюда мы с вами тогда не пошли. Поэтому на этот раз мы пойдем вот сюда. Оказывается, тут не обрыв, а тропиночка. Соуспиночка. Ну, посмотрим, куда она все-таки ведет. Хм. Сразу. Удара. Не ожидал. Третьего удара не ожидал. Ледяные тропы. Потом мы пойдем. Старый колокольный шлем какой-то. Ну, нихера, выглядит. Старый колокольный шлем. Шлем, выкованный из древнего колокола. Выглядит диковина, но на деле весьма удобен. Верхняя часть шлема неплохо защищает от ударов. Прикиньте, там звук эхо, блядь, в голову херячит. Так, ладно, мы это посмотрели, тогда я прыгаю к костру. Прыгаем к костру. Я тэпнусь за камешками. И, в принципе, можно будет продолжить, так как... О, подождите, я сюда еще не ходил. Прикольненько. Так, у меня, по идее, есть эти херовины. Поэтому их можно зажечь. Че-че? Ебать, кто здесь? Так, приятель, пойдешь со мной сюда? Так, я понял. Спасибо. Да.
Мне муж кровотечение дал или что-то типа того. Так, ну я смотрю, этих барышень там дохера и много. Так, он охранял, получается, проход наверх, да? Ни хрена вас тут. Фу-фу-фу, и куда это вы все так идете? Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, и там я видел еще одного. Так, мать, давай спускайся. Давай-давай-давай, спускайся. Ты будешь спускаться или как? Потому что там еще один часовщик стоит. Молодец. Давай, по ногам. Ясно. Ладно, так разберемся. Здоров, приятель. Давай на выход, на выход, на выход, на выход, погнали. Идем. Почти попал. Дальше не идешь? Хрена себе. Уху-ху. Же вы боевые, манать. Так, ладно, давайте тогда с этой стороны залезем, посмотрим, что у нас тут там. Заберем. У меня как раз еще на один левел хватает. Человеческая фигурка. Так, а теперь вопрос, а как мне туда попасть? Так, 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 новые ключики. От горизонта... Ключ от горизона. Отпирает горизон Лоис. Страж горизона был построен для защиты от наступающего хаоса. И рыцари Элоим Лоиса остаются там и по сей день, ожидая того, кто сможет повести их в пламя. Повинуясь последнему приказу Итинбака короля. Окей, это я понял. А как мне наверх забраться? Там типа что-то лежит, но я понимаю туда. Так, костяной что-то-то там. Костяной кулак. К кулаком при прикреплена кость уродливого существа, чтобы удар получился сильнее. Владелец может драться с нечеловеческой силой, словно им управляет дух, обитающий в кости. Так, а теперь у меня такой вопрос. Этот ключ, который мы получили, походу от двери, которая находилась около первого костра, там, где закрыта дверь.
То есть, по факту, это вот там. Сейчас попробуем. Вот, как раз у нас тут дверь есть, которая не открывается. Ладно, я забыл. Ладно, давайте искать двери. Короче, в принципе, по пути я не помню никакие двери, поэтому я сейчас прыгаю, использую души, поднимаю себе уровень, закупаюсь хилками, ну, вот этими. И мы ищем двери. И пойдем дальше туда. Как обычно, я переборщил с душами, мне теперь 21 душа. Найс. Такси, короче, вот здесь проход, походу здесь растаяло что-то. Ну, не видно что. Но факт того, что я могу сюда пройти. Колечко какое-то дали. Кольцо закрепленного. Кольцо, созданное из цепей закрепленного, дает разные преимущества, но увеличивает получаемый урон. Цепи закрепленного могут превращать людей в рабов. Удовольствие. Отправляя их навстречу погибели. Кольцо усиливает эту способность. Получая различные преимущества, но также и получая больше урона. Ну, типа, больше урона. Ну, типа, я буду носить, да? В таком, да, плане? Так, танец тьмы. Танец тьмы. Порча, превращающая души в огромные сгустки тьмы. Тьма танцует, выражая радость освобождения или издеваясь над противником, к которому подкрадывается. А порчи олицетворяют людскую извращенность. Лучше всего это видно по примеру такого танца. Ну и предмет нужен колокольчик. Блин, а вот что мне интересно, могу ли я уже использовать этот, как он называется, магический меч. Ладно, на всякий случай. Я просто помню, сколько он наносит дэмэджа, и я не хочу... Значит, по идее, он должен меня был разморозить, да? Пидорасина. Давай, приятель, чё ты? Побежал. Давай, давай, давай. Ой. Да ладно, никто же сексус. Я вот помню, что вот там вон двери есть. Ладно, давайте я зачищу и туда пойдем. А, и тут еще двери есть. А, там я, кажется, уже был, точно. Но она, он, оказывается, не ваншотится с одного этого удара в спину. Опа! Ключ от горизонта использовал. Здрасте. Костерчик активирован. Как я понимаю, я могу осмотреть, но я куда-то поеду, да? Хм. Ну, поехали.
Интересно, куда приеду. Так, ладно, мне туда. Ну, хотя бы не один я такой, который решил покататься на лодке. Вы что, думаете? Вы думаете, я такой умный? Ни хера. Я не пойду просто так туда. Пока ветер не утихнет. Я ж не знаю, чего можно ожидать, так ведь? Три помощника сразу? Ну что, здорово, ребят. Сейчас утихнет буря, я там видел какое-то место. Пойдем туда. Тимплей. Чисто пати. Побежали. Там, так, и там вдалеке что-то здание какое-то есть. Короче, ждем бурана, бежим дальше. Побежали. Вчера он втихаря напал. Как я понимаю, это первая волна была. Стоим. По факту я могу использовать, но здесь может быть ни хера.
Ладно. Больше не буду юзать на такие вещи, если летай. Сука, идите в жопу, поняли? Я знал, что это дерьмо, блядь. Сука. Только зря использовал. Куда мне бежать дальше? Побежали. О, нихера там. Этих мест. Просто бежим. Не смей. Во-первых, мы не знаем, сколько их там. Давайте убьем сначала того. Пиздец нам. Короче, идите в жопу. Человеческая фигурка. Мы потеряли одного бойца, отлично. Как я теперь с вами дойду до конца? Я не понимаю, как бы я здесь сам вообще проходил. Ладно, буря эта сраная. Буря бы я пережил. Врагов в буре тоже. Но вот этих коней нет. Короче, я добил, использовал фляжку снова вместо колокольчика. Думал, восстановление это восстанавливает. А я своего не смог восстановить. Что, готовы? Через секунды 3 должно закончиться. Все, полетели. Только вот куда?
Блять, куда бежать? Ясно, обратно. Я не понимаю, но просто буду бежать. Похуй. Главное, что я вижу, где они. Заканчивается быстрее. Так нахуй ты их сюда ведешь, ты дура? Ебануться. Все похуй. А, побежден, фу, блять, я уже думал. Сюда кто-то попал. Там еще рычит кто-то. Это проход к боссу? Да вы угораете. Ладно, жалко тебя здесь оставлять, но... Я не могу использовать? Пизда нам. Минус 53. Минус 53. Блять, а как я должен был до боссов дойти, нахуй? Там еще боссы рычали. Снова эти псины, походу. Чтобы вы понимали, в той локации нету костров. Ладно, я, короче, сейчас попробую. Использую, ладно. Так уж и быть, одну человечность. Пробегу туда, если смогу добежать. И... Соберу души и свалю туда, попытаюсь. Поэтому как так. А, блядь, я не могу телепортироваться, пока мои союзники живы. Сука. Пизда, я добежал. Своим душам. Я дрался с конем всего лишь два раза, чтобы вы понимали. Попытаться можно. Типа я не против. Нужно, чтобы все сюда пришли. Короче, ждем третьего и идем. Без третьего не пойду. Бежит он, бежит он. Давай шустрее. Только тебя ждем, приятель. Что-то там слишком громко рычат, блядь. Походу, нахуй там даже не один. Тигр. Или лев. Хуй знает. Так, что там? Тогда я использовал.
А, прикольно. Челы, живите, блядь. Почему меня, блядь? Ага. Ага. Как ты заебёшь меня? Я не знаю, что это, я не буду атаковать. Тихай! Он на меня смотрит. Бейте его, блядь. Бам! Чш, мою. Душа.
Душа Луда, душа Зелена. Манать это жестко было. Сразу двое, блядь! Но это не тигры, это саблезубы. Душа Зелена, питомца короля. Душа Зелена, верного слуги короля слоновой кости. Каждая из семи зверей короля слоновой кости выполняет определенную обязанность. Зелен даровал смерть изгнанникам. Чудесная душа этого зверя может, понятно. Душа Луда, питомца короля. Душа Луда, верного слуги короля слоновой кости. Каждая из семи зверей короля слоновой кости выполняла определенную обязанность. Луд даровал смерть изгнанникам. Ясно. Короче... О, нихера. Какой-то... Тут можно было куда-то наверх залезть? А не, это свет так падает. Да уж... У меня 100к? Интересно, куда я телепортнусь. 100к. Это плюс 2 уровня. А, понятно. Ну что, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.